Всем привет! Я Маша Лил Пи, и вы на моем YouTube-канале. Под предыдущим видео вы написали просто огромное количество зеленых сердечек в комментариях. И поэтому у меня просто не осталось выбора. Я обязана провести 24 часа в своей новой переделанной чилл-зоне. 24 часа в чилл-зоне! В прошлый раз я проводила 24 часа в чилл-зоне 2 года назад. Кто видел это видео, ставьте лайк. И я помню, как мне тогда было тяжело и сложно. Надеюсь, что в этот раз будет гораздо веселее. Итак, чем я сегодня планирую заняться в чилл-зоне? Куклу маме Long Legs, вот такую вот я делала. Планирую ее сегодня доделать, осталось немного. Начнем уничтожать новый ежедневник, уничтожь меня! Пусть уничтожается уже. Поиграем в мои любимые мобильные игры. Порисуем, конечно же, как без этого. И еще что-нибудь, не знаю, придумаем по ходу. Ну и, конечно же, я же не могу забыть про свое любимое. Конечно же, нужно купить много вкусняшек, чтобы времяпровождение в чилл-зоне было еще интереснее, вкуснее и круче. Поэтому сейчас я отправлюсь в магазин. Я уже пришла в магазин, чтобы набрать еды в чилл-зону. И давайте посмотрим, что тут есть. Я, конечно же, пришла в отдел всяких разных вкусняшек интересных. Давайте посмотрим, что тут есть необычное, что, может быть, я еще не пробовала. Всякие разные какие-то, смотрите, хлопья, сахарная вата вот тут вот. Какой-то монстр сладкий, сахарная вата. Какие-то там вот попкорны. Что-то только нет. Это что? Это какие-то... О, ребята, это что? Хлопья с мимишками? Когда такое вообще появилось? Какое вкусное утро. Ну, я, ребята, даже не знаю, но это было бы прикольно купить. Тучку на тучке на высоту. Еще вот такие вот, смотрите, это же чипсы Влада А4 и вот изи-пизи Насти Ивлеевой. Я еще никакие из них не пробовала. Думаю, можно взять обе пачки и сравнить, какие лучше. Вот, вот эти, это что? Это, это кукурузные палочки, а это чипсы. А есть чипсы Влада А4. Это тоже кукурузные палочки с клубникой и бананом. А это с чем? О, это с цитрусом, наверное, вообще невкусно. Влада 4, видимо, нет, чипсов я не нашла. Ну, видимо, были когда-то, я точно помню, кто где-то видела. Ну, давайте возьмем вот эти. И вот это, смотрите, с шаурмой, со вкусом шаурмы. Я никогда не пробовала чипсы со вкусом шаурмы. Обалдеть, ребят, смотрите, какое яйцо Hello Kitty. Понятно. Так, вот такое, смотрите, думаю, можно распаковать, взять. Что там, крутящие шарики. А, и сюрпризом, все, раз сюрпризом, то тогда я беру. Теперь идем выбирать себе попыть. Идем выбирать. Я нашла чипсы Влада 4 и думаю, что нужно их взять. Потому что, как я буду сравнивать кукурузные палочки с чипсами, надо же реально сравнить. Поэтому я вот это сюда положу. Не знаю, вкусные они или нет, может, я сейчас делаю ошибочный выбор. Ну ладно, в любом случае я сюда возьму чипсы. И попить возьму добрый кола. Вот и 4 часа в чилл-зоне! Ну что ж, ребята, этот челлендж начинается, пора залезать в чилл-зону. Даже не знаю, не могу ли я сказать наконец-то, потому что не знаю, рада я этому или нет, но в любом случае я залезаю. Опа, опа. О, ну тут теперь лучше, чем в тот раз было. Ну вот, ребята, я залезла, и теперь мне не хочется ничего делать. Посплю, пожалуй. Ну ладно, нет, все-таки спать-то скучно. Зачем я решила этот челлендж проводить? Будем мастерить. Сейчас будем делать маме Long Legs. Будет вообще на самом деле очень экшен и круто, если я сейчас все забрызгаю лаком. И будет очень круто, я считаю. Вообще восторг. Но я надеюсь, что нет. На всякий случай вот так вот подложу ежедневник «Уничтожь меня», прям над ним буду делать. Ну а что, его не жалко, его же все равно уничтожать потом придется. Ему и лучше, он сам его просит уничтожить. Продолжаю уничтожать дневник, который сам просит его уничтожить. Вот маме Long Legs. Красим ей ботиночки. Такие вот будут у нее розовенькие ботиночки. Шикарно. Главное тут не наляпать. А я не подумала, что теперь тут воняет лаком. Это, видимо, была не самая лучшая идея. Но надеюсь, то, что так как здесь открыто, оно более-менее выветрится и будет нормально. Пока что воняет лаком очень сильно. Ребята, кто ваш любимый персонаж из Poppy Playtime? Пишите в комментариях. Мне больше всего нравится маме Long Legs. Да, даже не Хаги Ваги, а реально, мне кажется, она самая прикольная. Но она какая-то прям такая, знаете, живая. Если Хаги Ваги, он даже не разговаривал, он просто такой, типа, ну, монстр, и он появился так, ну, ненадолго. А маме Long Legs, прям про нее целая была вторая глава, и мне она нравится. Она еще и разговаривала, и она такая какая-то бешеная. Ну, в общем, она интересная, криповая такая, мне нравится.
Я случайно капнула лаком на плед. Блин, это теперь так видно будет. Блин, что теперь делать? Я даже так не могу убрать. Это прям пятно. И что теперь делать? Все, посажу ее сохнуть вот сюда, рядом с Хамчакусом. Не думаю, что Хамчакус очень рад такой компании. Но ничего, придется. У нее перевешивают ноги. Она же мамочка, длинные ноги. Вот так вот. Пусть сидит вот так. Вниз, лицом вниз. В угол. Я пусть думает о своем поведении. 24 часа в чулзоне. Пусть мамми сидит, а мы лучше сделаем ежедневник «Уничтожь меня». А точнее, не сделаем его, а уничтожим какую-нибудь его страницу. Давайте вот так вот просто на рандом. Вот эту хочу. Сделай эту страницу черной при помощи всего, что найдешь в мире. А у меня тут ничего нет, у меня есть только незасохшие ноги мамочки и карандаш. Нет, ребят, такое задание не пойдет, придется что-нибудь другое выбрать. Оп, вот я нашла какой-то разворот, разрисуй страницу дудлами. Что такое дудлы? Если подробнее, дудлы — это картинки, анимации и игры на основе логотипа Google, которые появляются на стартовой странице поисковика в честь важных событий или выдающихся людей. Нет. Вот что такое дудлы в рисовании? Дудлы в переводе с английского — это почеркушки или зарисовки каракуль. Это небольшие рисунки, которые набрасывают на полях между делом. Вся прелесть, ля-ля-ля-ля. Короче, понятно. Это, короче, какие-то каракули, маленькие скетчи, рисуночки. Ну, собственно, слушайте, давайте сделаем, почему бы и нет. То есть просто рисуем все, что придет в голову. Вот что? Давайте нарисуем Хамчакуса, но сделаем его смешным и длинным. Например, вот так вот. Вот так вот давайте он будет. Вот тут вот так вот. Вот так вот будет его голова, а тут уши вот такие. Такие вот пуговки его глаза, пуговки. И каким его сделать? Счастливым, грустным или злым? Или вот таким с покерфейсом? Мне кажется, будет смешно, если сделаю вот так его. У Хамчакуса нет бровей, но давайте здесь его, их сделаем, чтобы придать ему больше эмоций. И вот такой вот получается Хамчакус. Мне кажется, это шикарно. Можно, кстати, для красоты добавить ему еще здесь вот пятнышко. Вот, например, что у него там много пятнышек. Вот так вот, что он такой длинный и весь в пятнах. Как он похож или нет? Кстати, я забыла, Хамчакус уже недавно проколол себе ухо. И теперь у него есть пирсинг. Давайте его тоже нарисуем. Вот так вот, такая у него теперь сережка. Смотрите, вот, он себе проколол ухо. Теперь у него есть пирсинг. Он теперь модный парень. Ребята, вы хотите себе пирсинг? Напишите в комментариях. Вот я хотела сделать себе здесь носу, но потом подумала, что все-таки не хочу, как-то боюсь. Опа, давайте нарисуем еще глаз. Вот такой вот у меня метод есть. Простой, как я рисую глаза. Вот такие вот. Ой, ой, я не снимала, что ли? Я смотрела на рисунок, а не в камеру. Ребята, простите. Вот такие вот. Я рисую глазки, ну, типа, простые, знаете. Вот такие. В таком в стиле. Вот так вот это получается. Мешочки под глазами еще нарисуем. Типа, челик устал. Но это девочка, судя по ресницам, получается у нас. И вот что получилось! Вот Хамчакус, глазик мы с вами вот такой рисовали, превосходный. Это какой-то черт. Мами Лонглекс нарисовала вот такая вот. Похожая вон там сидит. Лежит даже, что-то я не знаю с ней произошло, оставим ее. А вот такие губки прекрасные, как у инстасамки. Вот такие вот, ребят, настоящие губки. Настоящие, не накачанные, натуральные. Еще глазик вот такой вот, более уже не в моем стиле, а в реализме в таком глазик. Это вот такое привидение, оно должно было быть типа страшным, но на деле у него как будто такая эмоция, типа what? Хаги-ваги! Хаги-ваги! Рука вот такая, сердечки и еще глаз такой какой-то уже безумный, удивленный глаз и бум. Кто-то рэп читал, кто-то рисовал граффити, вы помните, у меня тут еще корона вот такая должна быть сверху. А уничтожать дневник дальше будем в следующем видео, где я уничтожу много страниц сразу. Так что ждите, не пропустите. Ну все, пока дневник, до следующего видео. Что ж, я думаю, настало самое время покушать. Ребята, я не взяла сумку сюда. А где она? Она осталась снизу, серьезно. Вот это я тупица, ребята. Блин, а как же ее достать? Я так... Нет, я так не дотянусь. Если я слезать буду по правилам, нельзя по правилам слезать. Если же я не спущусь на пол, а на ступеньках буду, это же, наверное, не считается, я же не слезла. Сейчас я буду как-то пытаться ногой подцеплять. Вот, ребята... Знаете, была бы я маме Лонглейкс, мне бы не пришлось тянуться. Я бы просто к руку, и нормально, и достала бы. У нее же длинные ноги, длинные руки. Она может растягиваться как хочет, я ей в какой-то степени даже завидую.
режим Халка. Я достала то, что мне надо. Ребята, это просто было жестко. Как я могла так вот вообще ступить? Но главное то, что еда сейчас у меня. Это уже хорошо. Ой, как же у меня там много вкусняшек. Думаю, кстати, самое время вот как раз и сравнить вот эти чипсы, какие лучше будут. Влада А4 или Настя Ивлеевой? Давайте сначала сравним упаковки. Хочу сказать то, что вот и они как раз, кстати, в одном примерно цвете, в цветовой гамме. И плюс еще у них рисовка очень похожа. Не знаю, может, он рисовал упаковки один и тот же человек. Тут у Влада А4 какой-то краб, вот за ним идет у него экшен, знаете, как всегда на его обложках на ютубе. А у Насти Ивлеевой, типа, она бензопилой режет шаурму. Даже не знаю, мне обе обложки нравятся, они прикольные такие. Ну, обращают на себя внимание. Давайте сначала все равно попробуем чипсы Влада А4. Мне интересно. О, я открыла и сразу пахнет краб. О, внутри, ребята, смотрите, она вот такая вот блестящая. Она как будто из золота сделана. Упаковка внутри. Ну, прикольно, давайте попробуем. Такие вот чипсы обычные. Ну, по вкусу, я могу сказать, что чем-то отличаются от каких-то обычных, типа лейс из других. Просто крабовые. Ну, прикольные, просто обычные чипсы. Вкусно. Теперь давайте попробуем чипсы Насти Ивлеевой из Зипизи. Они прям надутые. Я не удивлюсь, там внутри мало. Я боюсь, что я сейчас открою, и оно все взорвется. Может, так сделать? Нет! Нет! Что я наделала? Ну, хорошо, хоть на пол не высыпалось. Пипец, придется сейчас все это собирать. Тут еще так пыльно. По вкусу вкусно. Ну, я никогда не пробовала чипсы с шаурмой. Но в целом, наверное, мне понравились больше чипсы Насти Ивлеевой. У них такой, ну, какой-то вкус более необычный. Если у Влада 4 просто краб, а я никогда не пробовала чипсы со вкусом шаурмы. Ну, прикольно. А вы пробовали чипсы Влада 4 или Насти Ивлеевой? Пишите в комментариях. И если оба пробовали, пишите в комментариях, какие вам нравятся больше. А если никакие не пробовали, то пишите в комментариях, какие ваши любимые чипсы. А если вы не едите чипсы, то пишите в комментариях, какая ваша любимая вкусняшка. Ну, я более-менее собрала, и теперь главное напиток не пролить, а то в прошлый раз я проливала напиток и сделала тут такую лужу, и потом пила из нее, это был такой кринж. Саша, срочно салфетку, срочно! Вот эти 4 часа в чизоне! А знаете, что у меня еще... Туда и внутрь чипсы попали, знаете, что у меня есть? Ладно, знаете, что у меня еще есть? А, у меня же еще есть свечки! Я их покупала как раз для того, чтобы украсить чилзону, чтобы еще ламповее в ней было. И, ну, мы их, правда, ночью включим, но давайте сейчас вот так вот поставим. Они прекрасно тут выглядят. Рядом с мамой Лонглэкс. Мамой Лонглэкс и Хамчакуса вечер при свечах. А у меня еще есть вот такое яйцо Hello Kitty. Давайте его как раз прямо сейчас и откроем. Мне очень интересно, что там. Тут написано, что есть сюрприз, но я как-то его трясу, но очень легко. Я надеюсь, что правда там что-то есть. Опа, упаковочка классная, мне тоже нравится. Как бы это открыть? Я вот ненавижу такие яйца открывать, потому что оно очень тяжело открывается, но я Халк, поэтому супер. И что это мне попалось? Это заколочка такая. Я на самом деле почему-то думала, что будет какая-то фигурка. Ну, ладно, хотя бы что-то, хотя бы не картон какая-нибудь, не наклейка. Оно просто вот это одето. Я думаю, что эту заколку при желании можно вынуть. Ну, ладно, давайте закрепим, раз уж мне попалось такое украшение. Мне идет. А что тут еще? Во-первых, оно было на такой красивой картонке. А, вот такой вкладыш. А это что тут может попасть-то, видимо? Заколочка, расческа кому-то попадалась. Брелки, блин, я бы хотела брелок. Почему упала заколочка? И вот такие вкусняшки, давайте попробуем. Это какие-то шоколадные шарики. Знаете, есть песня сырные шарики, а у нас шоколадные шарики. Chocolate balls. Внутри там вафелька. Ну, в целом неплохие. Нормально, только жалко, что мало. Вкусновато, но маловато, как говорится. Что?
что ж, вот мой рабочий стол. Вот такие вот у меня тут эстетичные обои. Тут вот такая вот иконки красивые. Тут у меня виджет моего брата. Он мне, смотрите, тоже такую, какую эстетику шлет. А тут у меня Кристина. Мама отсфоткала меня в чил-зоне, когда она успела. Капец, ребята, я даже не заметила. А это от моей подруги виджет шикарный, я считаю. И вот такие вот милые еще виджеты. Ну и слушайте, давайте зайдемте в какую-нибудь игру. А тут вот такие вот у меня игры. И, наверное, игра, в которую играю чаще всего, это Roblox. Давайте в нее зайдем. Даже не знаю, во что зайти в Roblox. У меня много игр любимых. Я тут какую-то нашла очень смешную. Тут, на самом деле, такой сложный выбор. Все такие обложки прикольные. Я давно в Roblox не заходила, кстати. Я нашла какой-то побег от страшной бабки, но меня очень привлекла вот эта обложка. Бабка реально какая-то странная, но давайте поиграем. Мне чисто ради интереса просто. Капец какой-то. О, давайте. Я даже не знаю, нормальный я или профессиональный геймер. Давайте лучше нормальный, потому что мне не нравится. Бабка храпит, что это? СЦП, побег. Бабка живет! Да, конечно, человек-гений, который придумал делать паркур от первого лица, это очень неудобно. Я Tower of Hell 3 не могу пройти, а вы что делаете? Только не говорите, что они будут опускаться сейчас. Мы к бабке попали! Харден! Бабка! Это что меня? Под диван закинуло, я все умерла. А что она будет? Она рыгает. Что она делает? Она за мной бежит. Зачем она кормит меня печеньем? Что это? В общем, она меня зачем-то убила, своим печеньем отлупасила. Ну, короче, странная ты бабка. Пока. Боже, нет, нет, бабка, не беги за мной. Нет, нет, нет. Бабка! Еще разные игры. Террария можно зайти, но, думаю, скучно как-то. My Singing Monsters тоже, наверное, скучно будет. Давайте зайдем в Awaken Life, почему бы и нет. Вот мой скин, это типа Миса. Капец, на еще с того времени. Кстати, классный скин, только вот тут Миса, но она в школьной форме. Такая вот прикольная. У меня 23 уровень. Вот такая вот мисочка. А мне нравится, как она выглядит, вообще классный скин. Можно зайти на какую-нибудь мою хату, на какую-нибудь мою квартиру. У меня тут какие-то большие виллы. Что это вообще? А ты? Я даже такого не помню. Я думаю, вот тут интересно. Тут смотрите, какая тут какая-то прям атмосфера Алисы в стране чудес. Откуда? Все, зашла. Так, это что, питомец его Бэбрик зовут? А почему его зовут Бэбрик? Давайте, иди сюда, Бэбрик, иди сюда. Вот, почему? Я вообще не помню, куда я принимаю. Капец, какой он страшный. Это что за Халк, ребята? Жесть, а че он такой? Давайте его покормим. Смотрите, он грустный. Давайте его попоем, покормим. Смотрите, тут качели какие-то. Пианино, а можно сыграть? Даже музыка появилась раньше, ее не было, когда я здесь играла. Внутри. Ой, какая тут ламповая атмосфера. Это как посмотреть на эту атмосферу. А это что за саблезубый? Саблезубый, иди сюда. Давайте его тоже покормим. Ну, в общем, прикольно, но в целом в Авакине тут нечего все-таки делать, потому что, ну, как бы это просто какая-то игра такая. В основном он раньше для ролок использовался. А это кто такой еще? Краш! Краш! Вот это, конечно, он краш. Давайте его тоже сделаем счастливым. Ну, в общем, вот такая вот игра. Проверили моих питомцев. Ну, думаю, что можно выходить. Что ж, хорошо поиграли, я считаю, было очень весело и даже смешно. Вот этот побег от бабки, конечно, самая угарная игра. И теперь я думаю, что пришло время ложиться спать. У меня где-то здесь под хомячком был пледик. Вот, как раз он, вот такой вот. Сейчас включу какой-нибудь видосик на ютубе и буду под него засыпать. Тут, конечно, в чилзоне и так жарко, но для уютика все-таки укроюсь. А то вдруг кто за ноги схватит, знаете, придет серенький волчок и ухватит зубачок. А то я реально боюсь. Ой, кстати, тут на самом деле так кайфово, вот так вот ножки можно свесить. А вдруг реально придет волчок и укусит за ножки или за бочок, поэтому лучше вот так лягу. Без основного света в комнате здесь стало еще уютнее и вообще так ламповое. Я чувствую реально, как в домике на дереве, и как будто я на улице. Вообще ночью на улице, но лежу тут в своем теплом домике. Что включить? Ну, Куплинова, наверное, как всегда. Я люблю его видео. Что включить? Наверное, пересмотрю прохождение Five Nights at Freddy. Конечно, это, наверное, суперски пересматривать Five Nights at Freddy ночью, чтобы не заснуть от скримеров. Ну, ладно.
Последняя часть вроде не такая страшная была. Спокойной ночи. В темноте тут так страшно и... Реально, блин. Что-то еще маме лонглэкс у меня сидит. Вообще страшная тут такая. А вдруг она меня тоже схватит ночью. Короче, вообще капец страшно мне. Вау, вот свечки светят очень ярко и хорошо. Вау, вот это вообще кайфарик. Мне прям, знаете, как ночник будет. Спокойной ночи. Нет, я сам не сплю. Ахаха. Вот это 4 часа в зоне. Доброе утро, я только проснулась. Меня еще пока никто не пришел будить, видимо, все спят. Что произошло за ночь? Ну, в общем, ничего, никто меня не съел, никто за бочок не укусил, так что все хорошо. Вот такой вот этот камчакус у меня охранял ночь. У меня, на самом деле, целая банда, целая армия. Вот такой хомячок. Нет, даже вот такой хомячок, вот смотрите, на шопере даже хомячок. Это вот такой вот хомячок, это Лиля. А это вот такой вот хомячок Семечка, не знаю, как его назвать, пишите в комментариях варианты имен. Не знаю, мальчик это или девочка. У него вот такая мордочка прикольная, мне кажется, все-таки что это мальчик, может какой-нибудь Гоша. Не знаю, придумайте имя, все-таки пишите в комментариях. В общем, пока, наверное, полежу, почилю, поотдыхаю, почекаю ленту лайки. Буду заряжаться энергией, вдохновлюсь на этот день. Я нашла чем себя занять, я придумала, я порисую. У меня пока получаются какие-то вот такие наброски. Сейчас попробую это как-то подкорректировать, сделать получше. Ну, как-то так у меня получилось, какая-то Уинзи агрессивная. Какая-то она злая, она ругается с кем-то. Ну, а возможно, она ругается на Хамчакуса. Вот, смотрите, она прям на него смотрит. Уинзи, не ругайся. Вот, это 4 часа в зоне! Ура, мама пришла, молока принесла. Сейчас будем завтракать. У меня же как раз есть хлопья, я же покупала, вот, с мимимишками. Сейчас будем кушать, сейчас будем спать. Главное, молоко не пролить. Опа! Пахнет каким-то пластилином Плейду. Реально Плейду точно так же пах, я прям помню, капец. Сейчас я буду кушать, сейчас меня покормят. Оцениваем. Каким они там должны быть вкусом? Просто кукурузные. Ну, в целом они есть просто кукурузные. Ну, раз я не могу умыться, сделаю масочку для лица. У меня тут две вот такая вот с губищами. Я считаю, что я обязана это сделать. И вот такая вот она вроде с пандой должна быть. Вот такая вот масочка. Давайте сначала ее нанесем. А, это очень неприятно. А меня прямо что это пробудило. Агро панда открывает губы. Блин, оно не до конца открылось. Может, их так можно вытащить? Как их достать? Блин, я их порвала. Я считаю, что в таком виде должны обязательно снять видос в злой кухне из-за этого. Я так говорю таким голосом, как какая-то фифа, вот так, потому что я губы так делаю. Теперь я понимаю, почему они так говорят. Мне как-то жаль эти губы, я бы на самом деле их оставила, но как-то они все покалечились, ладно. Хочу Гиана, о, можно не тру. Нет, не тру. Нет, не тру. Если вы угадали, какую песню я пою, пишите ее текст в комментариях. Ну все, ребята, я считаю, что достаточно насиделась я тут. У меня очень затекли ноги и спина, уже хочется как-то слезть, размяться. Всем спасибо, кто был со мной, а я слезаю. Опа! Неужели я это делаю? Неужели я это делаю? 24 часа в килзоне второй раз! Энна! Кутюгеманал! Кида-да-тан-тан! Вот и 4 часа в килзоне! Вот такие вот 24 часа в чиллзоне получились. Мне было очень весело, надеюсь, что вам тоже. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой YouTube канал. И жмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Напоминаю, что в следующем видео я буду уничтожать ежедневник «Уничтожь меня». Мы с мамочкой говорим вам всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока! Я хотела спеть, у мужлан нет права. Маме лонглэкс я доделаю, и будет видео в шортс, так что не пропустите.